Всем здравствуйте! На съемках сериала «Кармелита» актер закрутил бурный роман с Юлией Зиминой. Пара даже подумывала о свадьбе, но так и не дошла до ЗАГСа. По словам Максима Щеголева, они с Юлей не смогли добиться стабильности в отношениях. Ради Зиминой Максим бросил супругу, актрису Аллу Казакову, с которой растил двух дочерей. Юлия – прекрасный человек, красивая, очень талантливая. Вся Россия была влюблена в нее. И я не стал исключением. Пришел к жене и заявил об этом, сказав, что больше не хочу оставаться с ней. Так что инициатором расставания был я. Но наш союз с Аллой не был идеальным. Многое мы не смогли преодолеть вместе. Зато я был честен и не играл. Разоткровенничался 38-летний артист. Но из Зиминой отношения актера не сложились. Максим не скрывает, у избранницы был очень сложный характер. К тому же она препятствовала его общению с детьми. Мы хотели сделать громкую и пышную свадьбу, но надо было решить материальные проблемы и обеспечить будущее. Мы пытались создать какую-то базу, чтобы была стабильность, но не успели. Юлия запрещала мне ночевать у детей. Мне, как мужчине, это было непонятно, делится актер. Вспоминая о бурном прошлом, Щеголев во многом раскаивается, ведь сделал больно любимым женщинам. «Не горжусь тем, что у меня было три брака. Развалил одни отношения, другие. Но счастлив, что у меня прекрасные взаимоотношения с детьми. Такая у меня была дорога. Наломал кучу дров», — продолжил он. Помимо дочерей, у Максима есть двое сыновей. Старшему Илье, рожденному от актрисы Татьяны Солнцевой, в августе исполнится 18. В детстве ему поставили диагноз аутизм. Не сразу поняли, что Илюшка особенный. Обо всем узнали, когда ему было около 3 лет. Тогда мы с Таней заметили, что он не торопится говорить. Тогда и забили тревогу. «Я его очень люблю, он мой старшенький. И он действительно особенный, потому что первый. Илья невероятно здоров физически, у него потрясающие математические способности», – рассказал Щеголев. 3 года назад у актера появился второй сын Лука. Мальчика родила звезда мюзиклов Теона Дольникова. Максим не скрывает, что именно она сумела сделать его по-настоящему счастливым. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.